И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Папки. Сегодня мы играем в Гаррис Мод на карте Марио, будем играть в прятки. Вам очень понравилось, вы поставили 500 плюсиков, и мы готовы для вас сделать классную серию. Покажу вам свой скин, у меня вот такой вот, какой-то слизняк. Какой это SCP у нас? 999. 999 SCP, слизнячок. Все просили новые текстурки и голова жоп, или как это? Я не знаю, как он называется. Колобака. Колобака? Брат, так, ну что? Димон, ты будешь тут, да, брать аниматроника, а потом вниз лететь? Да. Все, ребята, прячемся. Голова жоп и колобака какая-то прячется. Колобака. Я не знаю, как правильно сказать. А я упаду и не буду даже лететь, просто упаду. Глаза закроешь, когда будешь падать. Хорошо. Договорились. Все, я запрятался. Все, я спрятались. Все, давайте, я иду. Все, я падаю. У-ху-ху. Найс. Все, я вас ищу. О, тут машинки такие гоночные. Аниме. Понятно. Ладно. Ищи полностью. Я ищу полностью. Так, включаю свой новый мега-супер режим убийцы. Супер-мега? И я иду вас искать. Только вы... Короче, давайте так еще, прятки, догонялки у нас будут. Когда я вас найду, вы еще можете поубегать от меня, хорошо? Так от тебя еще никто, ни один человек не убежал. Не, ну кто-нибудь убежит-то. Понял. Кто-то видел, кого-то видел. Не-не-не-не-не, это не я. Да ну кабака, перепрыгивай, вонючая! Она не прыгает, это слизнячище. Так, сейчас. А, Димонов аниматроника взял такого жесткого. Который под землей ныкается. А, блин, а чё он не рабочий? О, все, убил. Димас, кстати, я тебя потерял. Ты куда-то делся. Куда ты делся, Димас? Я убежал. Ты куда-то сюда бежал, я видел. Так, папка я нашел. Папк, давай становись аниматроником. Будешь. Будете нас мочить вдвоем. О, какую-то жирную жопу вижу. Нормально, нормально, сидим, ныкаемся. Убил, убил? Он на гоночной машинке уезжает от меня. Ты меня не догонишь? Можно на картофаны сесть там и сидеть на нычку. Я тебя сожру. Так. Мы ныкаемся. Так, хорошо. Что-то ты, Димон, быстро нашел меня. Этот аниматроник, он имбовый чересчур. Ну я понял. Я вас предупреждал, что все его знают очень хорошо. Он самый мощный, страшный. Самый вонючий. И любит убивать всех. Так, вот это Серега, да? Да. Мне кажется, он в какой-то степени читерский. Ну, потому что он летает, наверное, скорее всего, да? Ух ты, я тут секретку нашел, все, я спрятался. Все, скажите, когда так, запрятались, я буду, да, идти я мочить. Спрятался. Все, тоже. Фредди идет, такой старый пердун, как дедушка Фредди. Такой, как будто он на пенсии уже. О, кстати, это что у нас? Получается, Фредди 40 лет спустя. Пенсионер. Фредди пенсионер. А не, хотя бегать как молодой. Бегать. Так, убийца вышел на охоту. Блин, реально медленно ходит, ну круто. Так. Ты охотник, что ли? Карта очень яркая, и тут вы сливаетесь со всеми цветами. Но я найду. Ну попробуй. Так, а я вижу тебя, Димас, ты из... Опять началось, ты меня видишь, а я тебя нет. Мне такие моменты очень нравятся. Димас, что я сейчас сделал? А ты стоишь на месте. А сейчас? А сейчас идешь тихонечко. А сейчас? О, давай, все, побежал Джо аниматроник Фредди. Сейчас. Я знаю, где ты уже прячешься, приблизительно, раз ты меня видишь. Бежишь. А че он кабан не телепортируется? Оу. Давай чуть пролети, потому что он даже на этот бордюрчик залезть не может. Старый пердун. Туман. Эх, лечим. Ай, больно. Опа. Так, я сверху вас палю. Конечно, это нечестно, но по-другому никак. О, если я спрыгну с такой высоты, я умру или нет, ребята? Пока летим, пишите, умру или нет? Нет. Надо машины почекать. Может, кто-то в машинках сидит? На картофанах. Почекай, Димас. Сейчас. Что-то хорошая нычка. Чекаешь машину? Чекаю. А ты меня видишь? Вижу, ты за машиной бежишь, ты такой здоровый. Так. Где-то ты сделал. Офигеть! Здоровенный с ушами, Димас. Офигеть. Вот там ты. Вот здесь ты, вот где-то здесь. Уже стрельбище по мне открылось. Димас, гонишь, что ли? С ушами такой здоровый. Вот где-то здесь ты.
А где-то ты здесь. А где я? Ну где-то здесь, на карте. Ладно, ладно. Что их видно, Дебас? Ладно, поднимаемся наверх. А вот я тебя вижу. Вот, почему я сюда пришел? Потому что ты где-то меня видишь. Я вижу тебя, ты там около, где танцуют там. Да-да-да-да-да, сейчас, Димончик, я хочу тебя... Ну где ты? Сейчас. Я помню, уже такая была ситуация, только на другой карте, когда тоже ходил, а ты меня видел. Я на рекламном щите, да, был, помнишь, Димас? Да-да-да. Было прикольно. Блин, упал. А что ты забежал? Аниматроник может покататься на машинке? Ты забежал в здание, там было написано РОС. Красное такое здание, там РОС еще. Димон, я катаюсь на машинке. О, дай посмотрю хоть на тебя. Только немножко багается, но нормально, кататься можно. Она громкая такая, ну круто. А мы едем искать тех пацанчиков. Ой, я вижу, Димас, ты стоишь, такой, Димас, ты катаешься на машине. Да. Блин, ну где-то ты вот в этой части карты. О, остановился. Вот, опять пошел. Оп. Ну блин, ну ты хитрый жук. О, я знаю, где ты. А где я? А где я, Димас? Ну-ка, раз. Где-то ты вот здесь вот ныкайся, в трубе, на трубе. Возле трубы. А, в трубе я ныкаюсь. Да? Блин, нет у тебя там. А ты хитрый. Блин, где Серега? Где все? А, я вижу кого-то. Куда все делись? Я кого-то... Блин, то не вы. Я в нычке сижу. Все, теперь волк найдет вас. Смотрите, ребята, теперь давайте будем внимательны, помогайте мне искать. А ты, Димас, до этого был жирным таким... Да-да-да, кабаном. Да, бежевый цвет был еще. Блин, ты сейчас. Был. Каждый уголок обыскиваю. Волчара быстрый, он может всех найти. Ну попробуй. Пробую. Ты ищешь, да, меня? Ищу. Я бегаю со всей силы. Блин, какие-то вы имбовые сегодня. Мне так непривычно играть. Вот тут по-любому кто-то ныкается. Вот здесь, вот чувствую запах. Запах. Смотри, Димас, получается, ты троих нас еще никого не нашел, да? Нет. Я догадываюсь, где ты можешь быть. Может, тут между пластинками? Нету. Может, тут под лестницей? Нету. В дереве? Нету. За витринами? Нету. За кубиком зеленым? Нету. За грибком конченым? Нету. В големой конченой зеленой мотне? Нету. Начинается, ребята, веселье. Надеюсь, мы поднимем настроение. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Короче, давайте вы дадите подсказку. Вы в центре карты или где-то по краям? Где-то по краям. Вы стреляете, у меня эхо по всей карте раздается. Поэтому то, что вы стреляете, ни о чем не говорит. Я на краю. Ой, на краю, да, понял. Опять волчара. Ну волчара! Ну волчара, найди их. А, я ж волчара упал. Ты ходишь как человек подобный. Человек подобный. Волку. О, опять бегает где-то. Ну блин, Димка. Во, я тебя вижу. А нету, не ты. А сейчас ты видишь меня? Димас, ты на стенде сейчас ходишь. Ну блин! Я буду между ног тебя заглядывать. Это, конечно... Это смешно смотрится, но я картами, камера приблизилась. Может, я между ног тебя увижу как-то? Димас, ты там сейчас стоишь, разглядываешь. Да блин, я даже не могу попасть, ты быстрый очень. Давайте. Ребята, давайте, включаем все мощности аниматроников. Мы должны его найти по любасу. Я Фокси видел с крючком. Да ну ты... А-а-а, спалил! А где он был? Жесть, это Димончик, странный. Показывай, где ты был, потому что всем интересно, где ты запрятался. Показывай. Найдите меня, вот. И где зеленая эта штука на земле, найдите меня. Да, вот я. Найдите меня. Вот, идите сюда, вот здесь вот я был. Смотрите. Вот тут я был, вот тут прятался. Блин, а как же я смотрел тебя не... Я реально сюда чекал. Честно говорю, я чекал и не мог тебя найти. Не видел, да? Блин, знаешь, почему тебе плохо видно? У тебя плащ конченый. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.